Всем привет, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на канал наших друзей, и вы об этом не пожалеете. Ссылочка на канал в описании, но мы начинаем. Накануне на 59-м году из жизни ушел актер, режиссер Иван Щеголев. Широкую популярность он снискал как создатель фильмов. В его активе 14 режиссерских кинопроектов и 8 киноролей. Иван родился в семье артистов, звезд Омского академического театра драмы. Отец Александр Иванович – народный артист СССР. Мать – Надеждина Надежда, заслуженная артистка России. Лауреат государственной премии имени Станиславского. Щеголев-младший в 1984 году окончил театральное училище имени Щукина. В том же году засветился в фильме «Особое подразделение» в роли Шуры. Он – в выпускниках Щукинского училища 1941 года. После учебы вернулся домой и работал актером омской драмы. В 92 году Щеголев совместно с кинорежиссером и актером Максимом Баранковым снимает свой первый художественный фильм «Бабник 2». Продолжение уже всем известной картины «Бабник». В 93 году на экраны вышел, пожалуй, его самый известный кинопроект «Американский дедушка» с Евгением Леоновым в главной роли. Это была последняя киноработа знаменитого артиста. Иван Щеголев скончался в Москве. У него остались супруга, педагог и режиссер Марина Сахарова и две дочери-актрисы. О причинах смерти Щеголева пока не сообщается. Друзья, подписывайтесь на наш канал, также на канал наших друзей. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока!